Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, большой воздушный кубок, поехали, друзья мои. Так, надеюсь, у меня кнопки работают. Да, работают, а то я зашел, а у меня кнопки не работали. Из-за этого я проиграл гонку. Ну, ты, наверное, заметил, что я немножко откатился чуть-чуть от той самой черточки, где я был до этого. Так, вертушка тут. Это Бэтмен какой-то, представляешь? Какой-то Бэтмен хотел меня перегнать. Но ничего у него не получилось. Так. И он все равно, да? Он все равно, ребят, пытается меня обогнать. Но мы бустанулись и взяли опять же здесь первое место. Прекрасно, пока все идет по плану, все идет прекрасно и хорошо. Тут, кстати, две эти вертушки. Так хочется назвать их ватрушками, серьезно говорю. Угу. Ну, я думаю, что здесь, ребят, тоже первое место. Да. Первое место. Это я сейчас только вернусь на свое прежнее место, потому что, ребята, я говорю, откат был. Так как кнопки... Почему-то в последний раз вот захожу, не то что в последний раз, а в последнее время захожу в игру, и у меня кнопки все не работают. То есть, которые были установлены, все, ребят. Так, ты посмотри, у нас кто здесь? Ага. Чувачок там хорошо, да? Приземлился на своем этом лихаче. По-моему, он последним там приехал, я не знаю. Погнали. Нет, ну, я ничего против лихача, ребят, не имею. Но есть такие гонщики, которые на себя повесят такие штуки, которых у нас нету. И просто нас в легкую делают. А мы как эти, как обсоски какие-то едем. У меня в данный момент вообще никаких преимуществ нету. Которые колеса стоят у меня с сцеплением, мне дают дополнительное с землей. Ну это, согласитесь, это полная фигня. Ох. Вот тут вот подкол был, ребят. Чистой воды, о. Это я сейчас просто ускорился. А сзади, посмотри, вражины так хотят тебя разобрать по кусочкам. Но не тут-то было. Не тут-то было, все, ребят, первое место. Хороший сундук нам выпал. Давай-ка мы его, наверное, откроем. Ну вот почему мне не выпадает на ролейку, а? На какой-то мотоцикл выпал, понимаешь? Даже не на мотоцикл, а на мопед. Ну что, у нас еще шахты. Еще шахты. Я уже, в принципе, наверное... А, нет, не то. Ать. Такая по всем этим валунам, ё-моё. Пока не проедешь. Ну, в общем, тут нормально получилось. Я думаю, ты со мной согласишься. Даже несмотря на то, что мы там по этим валунам начали. Просто, как, не знаю, как сумасшедший кота ехать. Так, дай-ка я, наверное, все-таки вниз пойду. Я понимаю, там... Ё-май... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да-да-да-да. Это горький опыт. Это горь... Это утрата. Это просто, друзья мои, утрата. Я вижу, мотоцикл тоже, кстати, здесь не очень хорошо дается вот это все. Лишь бы ты не перевернулся, у меня парень. Мне на остальное плевать, в принципе. Е. 6 очков, и мы на первом месте. Сам себе удивляюсь. Ой, гора смерти. Твою налево. Это мало того, что тут горы, так эти спуски и подъемы. Да-да-да, вот эти вот спортивные спуски и подъемы. Я не знаю, кстати, как здесь себя чувствовать будет спортивная машина. Но я себя очень, ребят, плохо чувствую. Ролейка еще более-менее. Смотри, она вытягивает, выруливает. Третье место. Но трасса для меня это действительно пакостная.
Нифига он там. То есть у него там стоит ускоритель для колес, я смотрю, да? Трындец. Ты просто полюбуйся на эти... Первый. Просто спуск, подъем, спуск, подъем. И причем это все так жестко выглядит. Не идеальный старт. Далеко не идеальный, ребята, старт. Вообще паршивый старт, будем честны. Ролейка там сама себя подвела, скажем так. А вот тут главное. Ну и как-то интересно, меня смог здесь вторым. Вторым приехал. И по итогу, я первым. Да как же так-то? Вроде бы вроде кто-то сзади был. Точнее, я не помню, что я первое место занял. Или я же переволновался весь с этим, со своими неидеальными стартами. Что там, какие там спуски, да, у нас что-то там со спусками было. Покоритель спусков. Нормально. Действительно, покоритель спусков. Ну, первое место мы заняли. Первый заезд, первое место. Посмотрим, как у нас дальше пойдут дела с этими спусками. Блин, ладно. Я думал, сейчас припечатаемся. Но, слава богу, все тут тоже хорошо у нас получилось. Идеально. Давай, 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 давай. Есть. И тут тоже все хорошо. Угу, не получили пока еще. Ну, не доехали чутка. Ладно, ничего страшного. Давай открывать наши все эти ящики. Денег уже 116 тысяч. Так, что тут? Викинг вышел. Привет, 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 Мурзин. Залипай на полной. Так, у нас, насколько я понял, вышел. Вышел тот человек, за которого вы голосовали, чтобы он был лидером. Так что, друзья мои, вам придется голосовать за кого-то другого. Договаривайтесь там между собой, и я поставлю. Но в данный момент я вот могу только лишь продвинуть Максимуса. Вот. Судя по тому, как он ездит, гоняет. Все. Надеюсь, он не подведет никого. Ну и все будет нормально. Никого не будет без повода удалять. А если будет, то я надеюсь, он мне это будет писать хотя бы в комментариях. По какой причине, чтобы я знал. Не надо, ребята, там ругаться между собой. Что-то там требовать, просить. Ведите себя адекватно. Будьте нормальными пацанами. Ну что, поехали. Воу. Да, ну, мотоцикл, я смотрю, там, ребят. Да что тебя так опять-то заносят? Ну, едь он поверху. Я не понимаю, ребят, что с тачкой. Почему заносит, поднимает ее кверху. Вот этот вот передние колеса. То, что я могу стабилизироваться, это я и без вас знаю. Но я при этом теряю скорость. Не хочу я туда ехать. Ну фиг ли, раз уж это, поехали тогда поверху. Блин, есть. Я уже думал, сейчас перелетим куда-то там в небытие. Опять мотоциклист едет первым. Фига он там меня. Я пойму, у него что там, эти амортизаторы, или мне кажется?
Так, ну что, второе место нам... А, нет, первое. Все-таки первое место мы получили. И... Да. Или нет? Нет, мы не взяли. Я думал, что... Доехали. Но на самом деле нет. Опять скоростной спуск. Так, бесплатно. Повысим магнит с тобой бесплатно. Так, что у нас там еще есть? Активируется нажатием обеих педалей. Можешь глянуть, ну, вот на эту штуку. Как думаешь? Ну, не сейчас. Сейчас у нас скоростной спуск. Так, новая одежда, символ. Пока не будем, ребят. Сейчас получим новый костюм и сразу соберем сет. Ну, не соберем сет, а примерим сразу же сет. О, опять мотик. Фига, смотри. Мотоциклу удалось заехать. Ну, нам тоже, в принципе, удалось заехать, но третьим. А та ролика, которая газанула, она приехала последней. Я не знаю, на каком... Как у нее вообще получилось здесь проехать первый? Так. Твою налево. Ну, вот это, ребята, это уже все это. Это фиаско. Так они на форсаже все едут. Они все едут на... Опять третьим. Опять третьим я приехал. Я что, колеса убрал, что ли? Я их... Да нет, вроде бы на месте все. Нифига он там накручивает. Слов у меня нету, что мы тут вытворяем. Но вот здесь мы взяли первое место. Итого 5 очков против второе место. Оп. Так, это у нас штанишки Лепрекона и Газхан. То есть это как будет получаться? Оу, оу, оу. Уже босс? Так, ребят, срочно меняем нашу внешку. Собираем сет Газхана. Так. По-моему, так. Вот. Это Газхан. Друзья мои, босс. Против чемпиона мы играем. А он на чем? Он на спортивном каре. Фига ты. Такое впечатление, что он просто летит по воздуху. Ему на все, по барабану. Смотри. Вот это да, ребята. За счет вот этого форсаж, который приземляется, когда на два колеса, я только здесь его и успел, как говорится, подловить. Опа. Смотри, как он четенько и идеально едет. Я думаю, ты заметил, да? Переплюнет же сейчас, ребят. И это, блин, перед финишем. Твою налево, блин. И это все было перед финишем. Слушай, тачка, ты задолбала. Вот серьезно тебе говорю, блин. Ну как вот это вот не... Терпеть я не могу, а. Есть! Есть, ребята. Газханчик сделал. И все. И взяли. Эпическое. Спасатель мужчина. Да, друзья мои, 20 тысяч кубков взяли. Нормаленько. Ну что,
Так, что я хотел? Я хотел купить что-то для нашей ККМ-ки. Давай, наверное, купим батарею. На что хватает. Все. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!